Два чебоксарских детских сада получили гранты Министерства образования и науки России. 206-й детский сад представил на конкурс проект семейной гостиной, а 11-й – творческую студию. Конкурсная комиссия высоко оценила представленные заявки. Каждый садик получит на реализацию проектов по 1 128 тысяч рублей. Дружно, не грузно. У семьи Мураковых из Вурнарского района и коровы, и домашняя птица, и большой огород. С большим хозяйством они справляются на удивление легко. Как им это удается, узнаем из сюжета. Для сбора ягод сейчас самое время. Девочки Маша, Катя и Кристина такое ведерко наполняют меньше, чем за полчаса. Помогать по хозяйству – дело привычное. Летом в деревне у нас хорошо, мне очень нравится. Летом мы собираем ягоды, сено ворошим, рулоны толкаем. Кристина в семье Мураковых живет 4 года. Тетя Лена и дядя Вова, так она называет своих приемных родителей, привили ей любовь не только к труду, но и к танцам и к кулинарии. А приемный сын Паша любит чинить технику. Этим они занимаются вместе с папой. Я закончил 11 класс и собираюсь поступать в Чувашский машиностроительный техникум на факультет механика. Эта профессия нравится тем, что я уже привык копаться в двигателях, на тракторах, на технике. Поэтому и нравится. Два приемных, три родных. У Мураковых настоящая семья. О большой семье я мечтала с детства. У Володи тоже, они только вдвоем росли с братом. Прошли специальную школу. Потом пошли мы в детдом. Вначале очень трудно было и им, и нам. Сейчас привыкли. Сейчас Мураковы живут и работают вшестером. Старший сын Александр ушел в армию. 3 года назад Мураковы получили грант по программе «Начинающий фермер» и начали развивать свое хозяйство. Коровы, гуси, куры. Поголовье с каждым годом растет. Поголовье повышаем по бизнес-плану, пока не остаем, как положено. Технику купили дополнительно. Вот сейчас эта техника есть, нормально, работать легче, чем раньше работали на мотоблоке. С утра до вечера 4 встаем, 11 ложимся. Без обеда. До обеда больше не отдыхаем. Пока 5 часов сна и работы. С таким графиком семья находит время и для творчества. У Мураковых есть собственный ансамбль «Семь звезд». Мы участвуем в разных конкурсах, танцевальных, вокальных, юмористических. Занимаем места, выступаем как на городской сцене, так и в районах. Поют, танцуют и работают. И все делают вместе. Это главный секрет крепкой семьи, считают Мураковы. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев. Республика.